День лицея – общий праздник, как для учащихся, так и для преподавателей. Праздничные концертные номера всегда радуют родителей и педагогов. А теплые слова директора ВХТЛ создают семейную атмосферу в образовательном учреждении. Хочется нашим ученикам пожелать двигаться вперед, приносить успехи в копилку нашего лицея, а педагогам быть их верными спутниками на всей школьной жизни. Актовый зал лицея переполнен. На концерт пришли ученики, их родители и педагоги. Все с интересом смотрели на выступления, в которых было задействовано много ребят. То есть студия «Бенефисы», танцевальная группа дошкольного отделения, творческие номера наших детей, в целом около 100-150 человек. Это очень сплочает классы, коллективы, и это очень трогательное событие для меня, и я очень люблю свою школу. Учащиеся с большим удовольствием подготовили номера и выступили перед собравшимися. Своим выступлением они выразили благодарность родному лицею и поздравили его с праздником. Я желаю всего хорошего для лицея, чтобы рос вверх, ученики получали одни пятерки и вообще все было класс. Пожелание, чтобы он рос дальше, что происходило только хорошее, и такие праздники не заканчивались. Видновский художественно-технический лицей не только дает возможность всем детям получить достойное среднее образование, но и развивает творческий потенциал. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.